Доброе утро, с вами доктор Влад. Тошно мне читать эти новости, но пересилив себя, все-таки расскажу. Есть интересные вещи. А, погода. Че погода? Плюс сколько-то? Плюс 4, днем будет 24. Ну, хорошо. Так, ну, новости я обещал. Так, это что такое? Утром 19 октября в Санкт-Петербурге был сбит беспилотный летательный аппарат. Украинский, конечно. Так, по данным источников, беспилотник был успешно уничтожен силами ПВО. Угроз для населения нету. Это какой-то русский сайт «Авиапро». Так, вот, ребята, да. А вы как думали? В порядка 300 домах в Петербурге произошли отключения света. Подряд идет. Наверное, как-то связано. Сотни домов в Санкт-Петербурге оказались обесточены утром 19 октября. Жители района рассказали, что утром перед отключением света слышали 3 хлопка. Ну, то есть, 1, 2, 3, отключаем. После которых пропал свет. Хорошо. Огненный привет из Украины. БПЛА в Брянске атаковали завод, который строит электронику для искандеров. Ну, наверное, не строит, изготавливает. Ну, неважно, горит. Это в Брянске. Тоже хорошо, видите, как хорошо утро началось. Кстати, у меня тут журавлики так уже и ночуют опять. Тут что-то холодно было, их не было. С утра смотрю, зубы как раз чистил, посмотрел, стоят журавль и журавлиха. Потом заорали и улетели. Ну, так я о своем, о девичьем. Так, первые 4 американских подразделения перенимают боевой опыт у ВСУ. Вот это нормально, да? Ха-ха. Пентагон инициировал реформирование своих боевых подразделений. Вот это да. Они регулярно ездят в Украину, чтобы изучить современные методы ведения войны. Украина их обучает. Да, хорошо. Так, министр иностранных дел Израиль Кац. Опять Кац, ребята, Кац. И что он сказал? Генсек ООН Гутерреш не поприветствовал ликвидацию кровавого убийцы Яхьи Синвара. Так же, как он отказался объявить Хамас террористической организацией после резни 7 октября. Гутерреш ведет радикальную антиизраильскую и антиеврейскую политику. Мы продолжим считать его персоной нон грата. А нет такого? Персона пошел на... Тоже было бы неплохо. Так, дальше. О, ребята, так вот что-то выскочил внезапно. У меня прям как-то вот ах. Сериал «Друзья» вышел 30 лет назад. «Друзья», помните, да? Ой-ой-ой-ой-ой, 30 лет уже. Да, ничего себе, вот так время летит. Так, ну дальше. Путин констатировал провал проекта единой валюты БРИКС. В настоящий момент введение единой валюты на уровне блока не рассматривается, поскольку страны БРИКС к ней не готовы. Какую-то валюту еще. Ну вообще, подполковник разошелся. Так, дальше. Российские пилоты заметили похожий на купол НЛО объект над Москвой. Над Москвой фигня летала, серебристого металла. Очень много в наши дни неопознанной фигни. Так, а вы у Буданова спрашивали, что это такое, а?
Он знает. Так, что еще? В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода. Завод строит. И какой? Оружейный? Нет. Завод по производству картофеля фри. Ну и загорелся, да, все. Наверное, испытывали. Решили пожарить немножко и подожгли. МВД России объявила в розыск певицу Монеточку Елизавету Гордымову. Обидели юродивого, отняли Монеточку. Так, что еще? В Кубе настал коммунизм. Ну, я вам уже говорил, вся Куба осталась без электричества из-за аварии на единственной электростанции. Более 10 миллионов жителей страны вынуждены жить без света. Закрыты все учебные и другие заведения. Отменены массовые мероприятия. А что мероприятия-то можно проводить как раз в темноте? Комментарий. Если честно, им пофиг. Там на Кубе такой обырвалк, что все живут сегодня и похрен, что будет завтра. На. Так. О, интересно. Так, кавычки, прямая речь. У нас нет ядерного оружия, но если будет нужно, мы его применим. Одна киевлянка прямо так и сказала. Это еще было в начале 70-х годов прошлого века. Это была Голда Мейер. Киевлянка, да. Ядерного оружия нет, но если нужно будет. Так. Сотрудница московского военкомата заявила, что студент сам себе вырезал желчный пузырь с целью откосить от армии. Сам себе желчный пузырь. Ой, блин. А студент теперь обратился в прокуратуру. Он обвиняет сотрудницу в клевете и профнепригодности. Да там только такие сидят. Так, дальше. Трамп заявил, что Украина проиграла войну и обвинил Зеленского в ее начале. Ну, чтобы вы так себе примерно представляли, кто такой Трамп. Так, это что такое? Володин рассказал, что в Европе в мужских туалетах убрали писсуары, и от этого там Содом и Гоморра. Все мужики становятся содомитами. Ну, дебил. Во-первых, никто не убирал, ну, во-вторых, ну, вот какое отношение? Ладно, хорошо. Путин заявил, Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Да, тебя кто спрашивал-то? А если появится, что, нападешь на Украину? Угу. Так. Заканчиваю, ну и нахрен, вот, ну, видно, вот, ну, тошнит меня от всего от этого. В 16 регионах беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла. Так, что еще? А, вот, интересно, мужик пишет, обратил внимание на одну закономерность. Те, кто за Украину и за Израиль, симпатичные, веселые, остроумные, эрудированные, с тонким чувством юмора. В свою очередь, сторонники России, Хамаса, Хезболлы – хмурые, ограниченные, злые, агрессивные и безграмотные. Кстати, мы вчера с Режем гуляли, вот мне тут один мужик не нравится, вот прям через дорогу живет, какой-то весь какой-то жирный, ну, молодой мужик, белый. Вот, и вот мы с Режем гуляли, заметили его, Рыжий что-то на него зарычал, ну и дальше пошли. Идем назад, оказывается, у них во дворе стоит, значит, такой плакат «Трамп», и внизу там, я не помню, какой у него там собутыльник у Трампа. Ну вот так вот, ребята, в Америке то же самое. Да, ух, ужас какой, жить среди трампистов. Ну все, проехали. Так, что еще у меня тут есть? А, русские все время пытаются придумать оружие, которым можно всех уничтожить. А вы не пробовали придумать автомобиль, на котором можно ездить? Лекарства, которыми можно лечить? Или хотя бы пенсии, на которые можно жить? Резонно.
резонно. И последнее, ребята, радость, надо будет зайти на это, на одноклассников, там точно это обсуждают. В России возродят спортивные парады, как при Сталине, по поручению Путина. Первое шествие спортсменов состоится уже в 25-м году на Красной площади. Последний спортивный парад проходил в Москве в 45-м году в честь победы в Великой Отечественной войне. Ну вот, вот так вот, вот такая жизнь. У меня кто-то меня тут спросил, зачем я захожу на «Одноклассники». Ребят, вот посмотреть, вот до какой степени вот, ну, дошли вот мои сверстники. Ну, ладно. Так вот иногда зайду, посмотрю. Ура, ура, партия, Родина, всех победим. Ну, вот так, просто посмотреть. Я же с ними учился когда-то, когда-то мы дружили. Все, а вот сейчас вот такая вот тошнотина. Ну, все. Пока. С вами доктор Влад и Рыжая команда. Сёмочка так с нами, у Татьяны нет времени. Сейчас, ну, да я что, против, что ли? Ну, было две собаки. Теперь опять две собаки, ну, я с ними справляюсь. А что с ними справляться? Чухать, главное, вовремя, ребята. Пока.